блок питания не взорвется. Не взорвется. Еще бы он взорвался. Какой у тебя номер? 582. Гарантия. Да, да, почитаю. 1116 дней. Сколько? 2 года? Да. Да. Даже 3 года. 3 года. Угу. Китай? Нет. Не Китай. Что это так? Что, банат подавал? Сколько здесь сверху будет стоить, чтоб две видел красно внимательно. Чтоб одна считала, блядь, физику. Угу. У тебя блока питания не хватит, придется себе жесткий диск еще вырубать. Или на черном разъем жесткий диск покупать. 2 блока питания возможно. Ты лучше мощнее блок питания купи, да и все. Ну иди. Вот нормальная видяха. Вот он, видишь, вот смотри, вот эти два втыкаются в блок питания, а вот этот втыкается в жопу видяхи. Ну. Ну. Как-то вот сюда черный воткнул. У тебя там 4 белых, 1 черный. У меня то же самое. У меня только 3 белых и 1 черный. Значит, жесткий диск вынимаешь, короче, при 2 привода вынимаешь и оставляешь жесткий диск. Ну и что, а как я буду... Вот, по-моему, башен без этого, без диска. Сделаю образ диска. Что-то больше, что ли? Еще, значит, ощущение. А, погоди. Там 4 разъема белых. У меня тоже 4 белых разъема, 3 не бывает. Сколько было испытаний? Я уверен, да. Ну, самый дешевый 900 рублей. С 3-4 этими? Да. Белыми? Да. Нет, у меня же там еще эти вентиляторы вот. Все, пойдем в туалет, зато и пойдем. А у меня нету блока питания. Компьютер комплектующий. Вот это. Дай сюда. Так. Ну хоть и все снимаю. Так, 200 по 390. Ну пусть 400 по 540. Ватт. 1640, 1000. Вот тебе, пожалуйста, блоки питания. А мой тут блок питания по 7? Какой твой? Который у меня там стоит. Да, потянет. Точно? Да. Ну, я же не знаю, за что. Ну, так и нет. Убогий такой. Все видно. Потянет. Не сгорит, точно. Не взорвет, вот.
Тебе вот такой надо, вот 1400 ватт, 1320 рублей. Ну-ка. Так, фотки. Ну, видишь, один вот черный, который нахер не нужен. Для жесткого диска.